Всем привет! Момент распродаж 11.11. Я заказал в магазине Banggood квадрокоптер стоимостью $41.99. До этого стоимость была в районе $60. Сейчас же стоимость можете посмотреть на экране. Квадрокоптер должен быть, по идее, интересный, потому что в нем есть FPV. FPV это получается передача с камеры сразу же на смартфон, записи видео, то есть вы, получается, летаете квадрокоптером и через смартфон уже сразу просматриваете, что записывает ваш квадрокоптер. А также у этого квадрокоптера есть функция удержания высоты, поэтому давайте посмотрим, сегодня всего лишь распаковка, а в следующем видеоролике будет полет на улице. Идет такой вот квадрокоптер, вот здесь написано дрон. В принципе, коробочка очень красивая, на подарок вполне себе пойдет. В магазине было два цвета, красный цвет, черный цвет. Я вроде бы заказывал черный цвет. Моделька получается дрон FQ40. Давайте посмотрим, что в коробочке находится. Сразу же в коробочке идет инструкция, это понятно. Инструкция на английском языке. Это очень большой плюс, кстати. Для начинающих будет самый лучший вариант, но в принципе я уже могу использовать без инструкции, потому что опыт у меня в полетах есть. Также вот есть такая вот макулатурка, инструкция на китайском языке и на английском языке. Это для того, чтобы установить приложение, либо на iPhone, либо на Android. Скачивается приложение на смартфон, вы подключаетесь к камере, квадрокоптер летает и транслирует сразу же видео на ваш смартфон. Функция очень удобная. Есть в комплекте две запасных лопасти, также есть зарядка, отверточка и винтики для того, чтобы что-то прикручивать. Дальше посмотрим. Идет такой вот пластиковый кейс. Так, давайте посмотрим сразу на квадрокоптер. Квадрокоптер очень легкий, в принципе. Спереди вот есть такая вот камера. Квадрокоптер получается полностью матовый идет. Очень приятный на ощупь и очень красивый. Здесь должна быть батарейка, по идее. Вот так вот открывается все. Здесь батарейка установлена, как уже говорил ранее. Батарейка получается на 800 мАч. Магазин заявляет полет в около 10 минут. На верхней части квадрокоптера вот есть здесь кнопочка включения, можете увидеть. Когда мы запустили квадрокоптер, передняя часть вот так вот работает красным цветом, задняя часть подсвечивается. Точнее, это получается задняя часть красным цветом. Это вот передняя часть, потому что здесь установлена еще камера и два таких вот глаза. Отключаем квадрокоптер. Давайте посмотрим, что есть в комплекте. А в комплекте идет защита. Поэтому нужны в комплекте были винтики и отвертка, чтобы прикручивать защиту на лопасти. Но, как я уже говорил, защита нужна будет новичкам. И также в комплекте есть пульт. Вот такой вот пластиковый пульт, самый обыкновенный. Таких пультов у меня еще не было. Здесь такие вот есть две антенны. 2,4 ГГц. Вот такие вот джойстики здесь. И в нижней части должна быть функция для того, чтобы поставить телефон. Она, в принципе, есть. Вот так вот вытаскивается. И сюда устанавливаем ваш смартфон. На левой части вот есть кнопочка увеличения скорости. На правой части есть флипы делать 360 градусов. Есть разные триммеры вот здесь. Кнопочка включения-отключения, джойстики, как уже говорил ранее. И сюда нужно поставить батарейки. Сейчас у меня их нету, поэтому детальный видеообзор мы посмотрим в следующем видео. Выйдем на улицу, полетаем и проверим дальность данного квадрокоптера. Ребят, сегодня была распаковка квадрокоптера с магазина Banggood. Квадрокоптер стоимостью $40. На первый взгляд очень интересный, очень красивый и, в принципе, достойный вариант для покупки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылка под видео в описании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что дальше будет обзор этого квадрокоптера. Также будет еще распаковка одного квадрокоптера, немножечко дороже. Там уже будет функция складывания лопастей, здесь такой функции нету. Поэтому, ребята, дальше много интересных видеороликов. Ставьте лайки, репостите это видео себе в ВК. И всем хорошего настроения, и до новых встреч!